женщин разного возраста, а зачастую и разного телосложения беспокоят одни и те же вопросы. Как избавиться от целлюлита и как придать своей коже упругость и гладкость? Ведь молодое, стройное и подтянутое тело в современном обществе – это своего рода показатель не только здоровья, а еще и успеха и достатка. Парадокс в том, что достижение именно этого успеха, как правило, и приводит нас к проблемам с фигурой. Малоподвижный образ жизни, хроническая нехватка времени на занятия спортом, очень вкусные и очень вредные вечерние переедания, плохая экология, стрессы, недосыпание и многое другое. Можно не раз обещать себе сесть на строжайшую диету с понедельника, чтобы к отпуску быть в форме. Современная медицина предлагает революционный, безопасный и эффективный метод липосакции – лазерный липолиз. Сейчас этот метод приобрел большую популярность во всем мире, так как обеспечивает действительно хорошими результатами. Лазерную липосакцию уже несколько лет проводят в странах Европы и Америки. Этот метод испытали на себе многие звезды Голливуда – Кармен Электро, Николь Кидман, Деми Мур и многие другие. Недаром лазерную липосакцию называют «голливудской». Как все это происходит, сейчас узнаем. В студии Татьяна Казуто. Здравствуйте! Не каждому человеку, нуждающемуся в снижении веса, по силам сбросить его самостоятельно. Поэтому на помощь приходят инновационные процедуры, цель которых – разрушение жировых клеток и их выведение из организма. Одной из таких процедур является ультразвуковой липолиз. Инновационная технология мгновенно стала бестселлером в ведущих клиниках эстетической медицины США, завоевав ошеломительный успех и признание как среди врачей, так и среди пациентов. А уже через месяц после своего впечатляющего дебюта в Штатах появилась и в России. В чем заключается его механизм, какие он имеет особенности, узнаем подробно. Липолиз или ультразвуковая кавитация – это метод безоперационной липосакции. Что это за процедура, для кого она предназначена, мы проконсультируемся со специалистом. Екатерина, скажите, пожалуйста. Ультразвуковая кавитация является современным и эффективным способом борьбы с локальными жировыми отложениями и целлюлитом. Екатерина, какие ограничения существуют для данной процедуры? Для данной процедуры существует ряд ограничений. Например, возраст с 18 лет, сахарный диабет, беременность, период лактации, наличие каких-либо доброкачественных новообразований в органах малого таза, а также заболевания вен и сердечно-сосудистой системы. Как же проходит ультразвуковая кавитация тела? Перед процедурой на обозначенные зоны кожи наносится гель для облегчения проводимости. Перемещением датчика по участку происходит разрушение адипоцитов, избавление от них. Стоит отметить безболезненность самой манипуляции как достоинство этой методики липолиза. Она не вызывает дискомфорта, при этом кожа не повреждается и времени на ее восстановление, собственно, не требуется. Такой безоперационный липолиз дает возможность добиваться уменьшения объема до 10 см в течение курса манипуляции. Липосоникс – это аппарат для безоперационной коррекции фигуры с помощью высокоинтенсивных ультразвуковых волн. В отличие от других внешне схожих методик, он обеспечивает точечное воздействие на проблемные участки и позволяет добиться желаемого результата всего за один сеанс. Хочется заметить, что зоны тела, подверженные воздействию ультразвуковых волн, уменьшаются после второй манипуляции. Чтобы ускорить процедуру выведения разрушенных адипоцитов, рекомендуется провести обертывание или массаж. В день манипуляции нужно обильно пить, чтобы таким образом способствовать избавлению от разрушенных клеток жира и ускорению метаболизма. Под действием ультразвуковой волны происходит разрушение клеток жировой ткани. Продукты попадают в межклеточное пространство и выводятся из организма при помощи лимфатической системы. Курс составляет от 6 процедур один раз в 10 дней. Ну а в целом программа подбирается строго индивидуально в зависимости от особенностей каждого организма. Скажите, а эта процедура делается только на ноги? Нет, данную процедуру можно выполнять на нижние конечности, на ягодичную область, а также можно сделать на область живота, а также плеч. Процесс вывода из организма жировых клеток, разрушенных во время процедуры, происходит постепенно. При этом окончательный результат виден через 8-12 недель. Липолиз рекомендован всем, кто желает похудеть на несколько размеров, имеет индекс массы тела не больше 30. Данная процедура сочетается с такими процедурами, как прессотерапия, миостимуляция, лимфодренаж, РФ-лифтинг. Она очень
хорошо работает на таком плотном жире, когда женщина, например, восстанавливается после родов. Это вообще просто замечательно. Но исключение составляет период лактации, то есть если женщина кормит грудью, данной процедуре мы ей откажем. В отличие от большинства других неинвазивных методов коррекции фигуры, которые дают определенный умеренный результат и требуют многократного повторения, липолиз тела позволяет сразу, за один сеанс, уменьшить объемы тела на целый размер. И этот результат можно сохранить на годы, если питаться умеренно и регулярно давать организму хотя бы минимальную физическую нагрузку. Все, выключай камеру. И напоследок хотелось бы сказать об удовольствии, которое заключается не только в комфортности проведения процедуры, но прежде всего в эффективности. Ведь ничто не радует больше, чем достижение поставленной задачи и положительного результата собственного довольного красивого отражения в зеркале. От грез о стройном силуэте до реальности – один шаг. Мечты, которые не сбываются, не мечты, а планы, как говорил известный русский прозаик и драматург. Самое время добавить в свой ежедневник новый пункт – идеальную фигуру. Задавайте свои вопросы, касаемые красоты, в нашей группе ВКонтакте, и мы вам обязательно ответим. Пока-пока и будьте самыми красивыми! Целый спектр услуг по уходу за лицом, телом и волосами. Пластическая хирургия. Все это вы найдете в Центре медицинской косметологии «Эстетик». Улица Машиностроителей, 61. Телефон Нижкороле. 42 67 82. Блин, оно начинает медленно почему-то. Мы прям как будто договаривались. Мне еще тут лампа так светит жестко. У меня какие-то эти возникают кружочки в глазах. Ультразвуковая Кавитация. Нет, подожди, блин, а что я вообще хотела сказать-то этим? А ты что, только голову мою снимаешь? Ради этого стоило согласиться вести передачу.